Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, ве заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавите от сети ловчие, словесе мятежно, плечма своима осенит тя, и под крыле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а тысяча тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, а бачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешника узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь я камень ногу твою, на аспиды и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упала и избавлю и, покрыю, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть в скорби, измуй его и прославлю его, долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.